Всем привет! Начинаем путешествие по Хельсинки. Это наш северный сосед. Вот такой прекрасный парк Эспланады. По-фински это звучит Эспланадин Пуисто. Вот это липовый парк. Вот видите, вон деревья одеты в такие красные штучки. Сразу стало красивее. Я здесь бываю достаточно часто, но это действительно очень как-то так развеселило даже меня немножко. Вот это липовый парк в историческом центре Хельсинки в районе Картинкаупунки. Язык, конечно, просто сложный. Ну, в общем. Парк был разбит в 1830-е годы. Участвовал в этом архитектор Карл Людвиг Энгель. Он уроженец Берлина. С 1809 года работал в Российской империи, кстати. Сначала в Ревеле. А потом в 1815 году перебрался в Гельсингфорс, то есть в Хельсинки. Вот, ну что, очень хороший парк, похож на бульвар. Очень много разного интересного. Люди ходят, гуляют, веселятся. Много музыкантов разных. И, собственно говоря, и все. Вот просто посмотрите. Да, кстати, его сравнивают, этот парк, с Елисейскими полями в Париже. Ну, сравнивают и сравнивают. Все, всем пока, всем привет, до свидания.